И вы, конечно, меня извините. Почему я в такой одежде? Потому что и дом, милый дом, и автостоп — это то, что я для вас сделал. Автостопу 19-18 год, а дому, милому дому 13 год. То есть, ну, как-то так, да? То есть, и по сути событий, чем я занимаюсь? Я занимаюсь рекламой. Ну, в смысле, я был первый, кто делал рекламу в этом городе. То есть, искусству моему здесь 23 года, если что. Я не думаю, что кто-то еще может вам похвастаться такими показателями. К слову о том, что сейчас на первых каналах реклама стоит 10 тысяч рублей. На трех каналах, представляете? На трех каналах. Раньше 170, 150 и 180 тысяч, 130 тысяч рублей. Итого, это такая сумма была весьма прикольная. Сегодня, сейчас это стоит в разы дешевле, 10 тысяч рублей. А раз это стоит дешево, вы должны понимать, какая вам реклама нужна. Так обращайтесь ко мне, я вам сделаю изумительную рекламу со смыслом. Это будет супер реклама. Ну да ладно, ничего не про это, естественно. И не про то, что... А, кстати, про что мы сегодня говорим? То есть я приехал куда? В СВ авто. Прямо рядышком здесь, напротив аквапарка. По одной простой причине. Почему я сюда приехал? Ну, во-первых, мне нужны запчасти. Это клево. Во-вторых, запчасти, оказывается, нужны не только мне, но и город Екатеринбург. Приевшийся вот этих идиотских цен на тамошние запчасти, решил приехать сюда и заказать запчасти здесь же. Поверьте мне, разницы между мною и вами нет никакой. Надо же мне было в 2016 году купить УАЗ. Блин, поверьте мне, сумма вклада в наш УАЗ несопоставима с Mitsubishi Pajero. Я вам это говорю, зная, что все расходные части на Mitsubu дешевле, чем наши в разы здесь, в СВ авто. Так что, господа мои, давайте слушать и понимать. Я тоже вам кое-что продаю, да? Вы можете посмотреть на это в YouTube, естественно. Я вам показывал, такая штука. Делает очень хороший человек, я его знаю, Челябинск. То бишь, я добавил себе эти присадочки, и моя машина перестала есть масло вообще. Хотя пробег в моей машине 358 тысяч километров. О! Может быть, я поделюсь. Может быть, не знаю. Клевая штука. Но в любом случае, когда вы сюда приходите, то есть понятно, что здесь запасные части есть. Но возникают различные проблемы. Различные проблемы возникают. То есть, допустим, машина... Вы так думаете, что ваша машина в аварию не может попасть? Она, допустим, попадает в аварию. И если у вас не получается, в смысле, разбитый разъем на переднее стекло фары, куда вы будете ходить? Попробовать что-то найти? Нет, приходите сюда. Здесь это все есть. А другой вариант. Клевая штука, мне недавно показали. Вот. Как машину заводить? На литий-полимерных аккумуляторах. Вон там он стоит. Просто заводит все супер. Третий вариант, да? Я любитель старых автомобилей, я из них делаю замечательный раритет. Так в этих старых автомобилях такое часто случается, что нету прокладочек. Вот смотрите, любые прокладочки здесь есть в большом количестве. Ну и различные примочки, которые должны быть. Потому что без них машина не ремонтируется вообще. Вот тема-то интересная. Есть не только запчасти, которые в наличии, есть и другие ценники на другие приспособы и дешевле торговых рядов. Как-то так получается. Помнится, мы вам показывали, да? То бишь, да отмотайте 2 месяца назад. А, вы не знаете, как это делать. И вы не знаете, как отмотать эфирные сюжеты. Так я вам еще раз говорю, все сюжеты есть в YouTube. То есть 2 месяца назад. То есть это был 10-11 месяц 2017 года. Я вам показывал количество запасных частей. Да, уже в 2 раза больше. Через год к тому моменту будет, естественно, в 10 раз больше. Потому что люди видят, и люди понимают результат. Зачем платить бешеное количество денег? По одной простой причине. В Америке такой замечательный и ненаглядный Америке никто за запасные части денег не платит, поверьте мне. Естественно, все это стоит дешево. Как дешево? Опять же, залезьте в eBay. Посмотрите тамошние цены. Может быть, для вас что-то нужно будет, но не в том факт, что вы знаете английский язык. Я-то его знаю, потому что мне пришлось это делать. Другого варианта и не было.
этого. То бишь, цены абсолютно нормальные. Что здесь, и чем здесь хорошо, здесь цены, поверьте мне, дешевле, чем ебать. Причем сроки доставки. Может быть, через 3 часа, а может быть, через день-два. Но самый длинный вариант, и не торопясь, ну, максимум неделя-две. Все едет для вас. Вот. Теперь мы говорим про ценники, да, про ценники. Весьма странненькие. То бишь, вот эта штука, это одеяло. Раз уж мы сегодня говорим про автомобили, я вам скажу следующее. Уж поверьте мне, я себе заливаю обыкновенное, российское и недорогое масло. Вы вспомните, в каком времени вы сейчас живете. Если вы не понимаете, то я вам расскажу, что сейчас второе десятилетие 21 века. То есть вы понимаете, да? Что все, что делается, делается в России в том числе. И не надо мне говорить, что ваши колеса делаются за рубежом. Нет, все делается в России. Просто. И не надо говорить, что масло такое навороченное делается за рубежом. Да делается оно в России. То есть у нас идет базовое масло, все остальное добавки. И все остальное ваши переплаты. А теперь я вам расскажу в связи с тем, что я этой зимой езжу на своем автомобиле, чем хорошо отечественное масло. Да, тем же хорошо, что оно может быть западное масло. То бишь, зимой машина ваша вращается, и она вращается не потому, что у вашего картера разное масло. Наворочено, без разницы. Она хорошо вращается, если у вас новый стартер и аккумулятор. И то, и другое, и все нормально, и машина заводится просто быстро. Когда у вас этого нет, вот тогда у вас проблемы. Ну да ладно. То есть, я вам показываю вот это устройство для утепления вашего автомобиля. Ценой вопроса 1200 рублей. Во всех других местах оно стоит 1600-1700 рублей. Ребятки! Слушайте, хватит? Ну, может быть, хватит, да? Я считаю, что это не очень хорошо. Ну да ладно, это красиво. Еще и подешевле вариант. Вот такая же штука. Так же укладываете, так же получаете удовольствие. Машина у вас не охлаждается быстро. Цена вопроса 1000 рублей. Господа, конечно, вам необходимы дешевые запасные части. Но и по сути за всем остальным вы приезжаете в СВ Авто на Октябрьскую 22. Ясно? Вот так вот. Как вы понимаете, я езжу везде. И вы должны более чем понять, что за 17 лет истории автостопа в прошлом и в 18-летие все конторы я уже прошел. Ну, типа того. Уж поверьте мне, я-то цены знаю. И теперь, да и позднее, я вам покажу те места, где все, что есть на рынках, здесь дешевле на 30-50%. Так что езжайте, господа, на рынки. Тратьте там свои деньги, а я свои буду тратить в СВ Авто. Да вот. Вот так вот, да? При мне сейчас только что привезли очередные запасные части. Вот так она идет работа. Вот так она работа идет. А есть вещи, которые есть на речи. Да что вы говорите? Только вам и только... Да нет, конечно. Тобер, фильтра. Right now and right here on any cars. Перевожу. Через английский на русский. Прямо сейчас и прямо здесь на любые машины. Воздушные фильтра, масляные фильтра, колодки вот там. Не, я, конечно, все понимаю, что вы где-то можете что-то найти. Еще раз объясню. Берете старые колодки. У вас же есть старые колодки, да? Которые вы там за бешеное количество денег купили. Я еще раз говорю. В любом случае, когда вы машину отправляете на ремонт, мой вам добрый совет. Заберите, пожалуйста, старые вещи. Однозначно. По одной простой причине. Может такое случиться, что одна колодка блызнулась, а вы по дороге едете. Что необходимо сделать? Поменять просто обыкновенные колодки. Одну вытащить, старую, новую поставить. Ну, поверьте мне, я этим делом занимаюсь. И если у вас есть старые бэушные колодки, ну, одна вдруг заскрипела, приезжайте с этой колодки сюда. Здесь это все реально смотрится и находится вот так себе. Ну,
Вот. Хороший магазин. Хороший магазин. Без понтов, без наворотов. Зато здесь есть все для вас. Вот такой магазин. СВ авто. Ну, к слову, ну слава богу. Здесь можно купить и бэушные двигатели и коробки. А как? Есть у нас в городе авторазбор. Есть. Но город маленький, по сути. А есть еще и мир. Он в 6 раз больше России. А по машинам больше в 97 раз. Вот оттуда все это и везется на любые машины. А что в этом плохого? Октябрьская, 22. Напротив, получается, что у нас? Аквапарк. То есть место очень хорошее. Доехать легко и просто. Почему цены здесь такие? Потому что человек потихонечку зарабатывает. Человек дает вам возможность ездить на машинах, которые вы, в принципе, сами можете делать. Но, с другой стороны, не все же это делать-то умеют. Я умею это делать. Но не у каждой же может работать. То есть я могу быть всем вышеперечисленным из телевидения, а там много-много-много различных событий. Я могу машины делать, я могу дома строить, я могу кушать, готовить. Я много чего могу, кроме всего прочего. Я еще и лаборант химика газового анализа. То есть, по сути событий, ну, мне дали возможность пожить. И этой жизнью я делюсь с вами. Сегодня мы говорим о дешевых запасных частях. А скоро будут остальные, не менее дорогие и замечательные вещи для вашего автомобиля. Уж поверьте мне, так оно и будет. Я уже договорился.